Ну что, дорогие мои, об этом, наверное, мечтал каждый мальчишка. Гараж особого назначения Федеральной службы охраны Российской Федерации на протяжении более 100 лет. Ну, в общем, это Роллс-Ройс Ленина. То есть уже даже с этого времени была перегородка между водителем и первыми лицами государства. Больше не очень все.
Ну, в общем, далее буду показывать уже машины всяких генсеков. Интересно. Ну, а обычные машины, которые пользовались гоном, не буду. О, это, по-моему, Власик, известный персонаж, начальник личной охраны Сталина. Я так понимаю, еще бронирования не было. Так, часы. Часы кто-то снял. Да, красавец. Просто красавец. Я смотрю, две педали. И в предыдущем тоже. Ну а здесь счастье всех мальчишек. Многих, многих мальчишек из детства. Поколение. Преемственность поколений. Ох, Хрущев. Ха. Выбрал себе тачку. Это кабриолет. Кабриолет. Thank you.
так вот Никита Сергеевич катался. В экспозицию музея Федеральной службы охраны МКА попало не случайно. Ведь новенькие машины из Нижнего Новгорода сразу попадали в гараж особого назначения СССР. Машины обслуживали не первых лиц, конечно, но партийных руководителей. О! Так. Вдвоем катались, что ли? Рублей 7 минут коробка автомат. Садишь. Да, свободный взгляд по центру Москвы со спецсигналом. По встречке. Вот. Так, вот так вот мотоцикл едут. Красота. Всего-то автоматическая коробка передач. Ничего не понимаю, но интересно. А это, я так понимаю, двигатель Аурус к автомобилю. Тоже ничего не понятно. Вот это хреновина. Это аккумулятор сзади. Ну да. Это министр обороны, на котором выезжает из Кремля 9 мая. Но вот лично мне всегда было интересно, что там внутри, когда как прохудиться.
когда прохудится колесо, что с ним происходит. Кассовод, то есть такая страховочная тема, на этом машина едет. Это, по-моему, Брежнева. Ну, а это известная Волга. Я так понимаю, это брежневская Волга. Так. Ну да. Во время охоты. Так. Так. Ну, я так понимаю, все стандартно, только специалисты разбираются. Часы сняли. Вот. Тут бронированное стекло. Больше лайков.
Что-то не показывает. Сзади не показывает. Пульман. Угадайте. Угадайте. Уже на втором экспонате смотрю, что салон задний не показывает. Видимо, он засекречен. Видите, нету. Гелендвагены. География гона. Пошел. Это когда наш президент едет. Китайский председатель. Тут лошади.
циферка 5. Стек оборудован для организации обеспечения. Циферка 6. Это полевой коммутатор 60-х, 70-х, 80-х годов. Вот так вот. Технологическая служба. Но это начало и завершение экспозиции. Мне понравилось. Музей городка особого назначения расположен в павильонах 53 и 54 ВДНХ. Даже женщинам понравилось, которые ходят. Я слышал не своим мужчинам, слышал своим мужчинам рассказывать, говорят, да, нам понравилось, да, мне понравилось. Так что рекомендую. Ну, по крайней мере, гештальт точно можно закрыть.